Подергай, перейди. Так, ребята, аккуратно разведывают обстановку. Смотрят, как же можно пристрелиться к сопернику. И резкими ударами пытаются обменяться, но пока что не получается задеть оппонента. Уходят все удары либо в защиту, либо в молоко. Ну, посмотрим, это всего лишь первый раунд пристрелки. Сейчас мощный удар пропускает красный боец. Но остается в строю на ногах, это замечательно, ведь мы хотим увидеть хорошее зрелище. Сейчас он идет в контратаку, пытается зажать бойца в синем углу. Вот эта рубила уже пошла и пытается сблизить дистанцию. Так и работать на дистанции. Действительно интересный поединок. Взрываются по ходу всего этого боксерского поединка спортсмены с переменчивой постоянностью, но взрывы регулярно происходят, а болельщики их поддерживают! А ты сам будешь смелым спортсменом! В сторону! Напомню, что чемпионский бой у нас состоит из двухминутного раунда, поэтому у парней еще остается 10 секунд побоксировать, чтобы первый раунд закончить. Мы посмотрим, у кого есть остались вопросы друг к другу по первому раунду, или все-таки все решится прямо в нем. Нет, гонг, и бойцы уходят. Давай, левый. Ну что ж, второй раунд начался. Поединок очень-очень интересный, приковывает все взгляды наших зрителей. Не отпускай. Пытаются обоюдно. Двигайся. Друг друга выцепить, друг друга ударить. Двигайся. Каждый удар может стать решающим от парней. Очень бодро двигаются, очень хорошая динамика идет в этом бою. На месте никто не стоит. Слабление, уже защита. Руки. Ответ! Ответ! Вот это бой от наших спортсменов. Всего лишь минута только прошла, спортсмены уже здорово побились и заслуживают овации от вас, зрители. Всего лишь минута, а вот такая вот заруба. Настоящие воины прямо здесь, прямо на ринге. Сразу же ответ. Шаг назад делай. Вот. Долго не проходит без атак, бой сразу же начинаются новые атаки, новые нападки со стороны обоих участников этого поединка. Ребята, остается буквально 10 секунд до конца раунда номер 2. Все, гони, давай, концовку забирай. Итак, концовочка. Один на гонг. Бойцы уходят в раунде номер 3. Итак, у нас ждет целых 2 минуты отличного бокса. И сразу же парни начинают радовать зрителей обменами ударов. И отличная подготовка. Жесткие удары выбрасывают оба бойца. Еще собрание от защиты. От защиты. Сразу. Открой голову. Работай, не стой. Иди. Работай. Очень-очень хорошо работают оба спортсмена. Завязываются в клинч. Давай, парочку еще жестких ударов по корпусу.
по корпусу и в область головы. Остается совсем немного времени, парни. Одна минуточка остается до конца третьего раунда. И вас поддерживают наши зрители. Это финал, это конец, дорогие друзья. Остается совсем немного времени. Чемпионские, чемпионские на морального левых у парней. Оба уже устали. И надо побоксировать, чтобы забрать победу. Чем же закончится это противостояние? Обоюдные удары. И вот это уже действительно будет концовка. 30 секунд остается боксировать спортсменам. Болельщики гонят их вперед, поддерживают. Еще аплодисменты парням. Не отпускаем его вообще сейчас. Бокс. Продолжаем дальше. Остается совсем немного времени, друзья. Концовку забираем. Выбрасываются удары. Это гол! Отличный бой! Аплодисменты вашим! Побежал боец из черного угла. Сухонин Дмитрий раздельным решением судей. Итак, аплодисменты и награду вручает Царев Павел Николаевич, заслуженный тренер Республики Татарстан. Ну что ж, вот такой вот у нас получился насыщенный на бои и на разные представления вечер. Спасибо большое всем любителям бокса и всем зрителям, которые сегодня пришли поддержать парней и пришли посмотреть на действительно насыщенные бои. Всем большое спасибо, до скорых встреч и, как говорится, держите удар и будьте в порядке. Всем большое спасибо, до скорых встреч. Спасибо.